Стефания Маликова уже давно выросла и, конечно, уже не верит в Деда Мороза. Но чуть меньше года назад в ее жизни появился братик, ради которого она, кажется, снова готова верить в чудеса. Уже через 2 недели Марк, маленький сын популярного исполнителя, будет встречать свой первый в жизни Новый год. В доме Маликова уже наряжена елка и закуплены подарки. Стеша поделилась своим трогательным новогодним фото, на котором она запечатлена с Марком на руках. «Первые огоньки, первая елка и первый Новый год у человека», — написала она в подписи к снимку. Маликова, судя по соцсетям, довольно часто видится со своим младшим братиком. Когда он только появился на свет, Стефания была несколько растеряна, ведь родители не рассказали ей о готовящемся пополнении в семье. Она узнала о том, что станет старшей сестрой накануне рождения малыша, поэтому просто не успела подготовиться к этому событию. Однако по мере его подрастания Марк и Стефания получила необходимый опыт в общении с маленькими детьми и сейчас уже легко справляется с заботой о брате. Кстати, любит нянчиться с Марком и сын Инны Маликовой, Дмитрий. Он время от времени заглядывает в гости к дяде, чтобы поиграть с малышом.